вам уведомляетесь о том, что в отношении вас было возбуждено уголовное дело. Вы являетесь подозреваемым. Сейчас будет произведено ваше задержание. Поэтому уголовное дело считается подозреваемым. Будет видно и год выпуска, и все. Так, ну здесь визуально видно, что он старый. Здесь таблички уже все отсутствуют. Года выпуска 12-го, да, да. Состояние моста хуже, чем на троллейбусе 93-го года. Не вижу, где он уже. Короче, сделано в СССР еще. Ну, конечно, да. Это уже о чем-то говорит, да? Ну понятно, даже табличка абсолютно другая. Компрессор. Старого образца и сам электродвигатель компрессора. Таблички заверши. Так, до таблички, наверное, не добраться. Да, вот, не знаю даже как. То есть это старый мост, да, я так понимаю? Да, конечно, а вот есть табличка. Вот табличка. Давайте перейдем. Сейчас видно, что здесь 92-й год на нем. Хорошо, сейчас перейдем.